Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы, также мои подписчики и телезрители. Ладно, пошутили будет. Значит, как вы уже догадались, сегодня будет обзор приманочек, на которых я ловил две предыдущие рыбалки и на которые успешно, я считаю, я их обрыбил, успешно я провел рыбалочки, потому что сейчас у рыбы преднелистовые завихрения в мозгу, особенно у окуня, то есть я все, что поймал, с него течет, клевали одни пацаны, самцы, вот. Алексей только вот на позавчерашней рыбалке поймал одну мамку, ну, вся рыба была отпущена, сразу говорю. Вот. Ну что, давайте поговорим немножко о приманках, которые я преподнес вам в виде видео обзора сюжета, да. Значит, смысл в следующем. Курить вредно, сразу говорю. Особенно детям, не достигнувших 25 лет. Значит, смысл в следующем. Долго я лазил на просторах Ютуба. Лазил так по интернету, пытался я найти приманки, что-то похожее, что-то наподобие вот такой вот вещи именно. Вот. Очень долго. То есть, как бы не то, чтобы их нету, они есть, но цена их не очень кусается. Потому что, ну, покупать от 150 и больше у меня, если честно, рука не поднимается. Потому что, как ни крутите, приманки — это тоже своего рода расходник. Я понимаю, что на них экономить — это грешно, но хочется всем и рыбку съесть, и косточки не подавиться, и кое-куда присесть. Ну и тут я как-то, просматривая какой-то то ли очередной ролик, то ли читая очередную статью, наткнулся вот на данные приманки. Ой, секундочку. Наткнулся я вот на данные приманки. Списался я с человечком, с автором. Дали мне ссылочку. Ну, вышел я на производителя силикона, с ним пообщался. Вот. Зовут его Алексей Седов. Пообщавшись с Алексеем, в общем, пришли мы к золотой середине по поводу цены, по поводу приманок, что как бы отступление сейчас сделаю, еще хочу сказать. Ну, вот почему именно крикозябры такого плана, да, и что меня вот именно подтолкнуло именно на их приобретение. Сразу хочу сказать, как бы, не очень, так бы сказать, приманочки относительно не дешевые, далеко там не 40, не 50 рублей, а чуть побольше, но наступает такой вот момент, я не знаю, конечно, у кого как, но с опытом, с прожитыми рыбалками, да, с прошедшими годами, начинаешь что-то искать новое. Либо в спиннингах ищешь, либо ты ищешь что-то новое в приманках. Вот я в приманке ударился. Начинаешь понимать, что хочется более схожих приманок с той средой обитания, где живет рыба. То есть, чем она непосредственно питается. Он же ни одного малька живет, да, и там червей каких-то там, пиявок. Он ест каких-то водяных клопов, бокоплавов всевозможных там, да, всяких там казар, то есть личинок стрекозы. Ну, подводный мир очень богат, очень. Всякие там личинок, всяких, я говорю, пауков, дикое количество. Поэтому хочется детализации, хочется очень похожего что-то. Могу сказать одно, что я так понимаю, что вот предыдущие две рыбалки мне показали. Я пробовал другие приманки ставить.
Ну, вот единственная приманка, которая у меня отработала, это вчера, это малек от наномино, грубо говоря, от этого, от Андрея из Волгограда, донбайт приманки. Один единственный окунь был пойман у него. Все остальное, что я пулял, тишина была полная. Даже опарыш живой рыба игнорировала. Я специально ставил на мормышку, пробовал, гонял. Нифига. Притом, я так понял, окунь в активной стадии, потому что он практически весь ходит около берега, весь на поверхности его видно. Он идет за мормышкой, ее не атакует. Но вот я говорю, я считаю, что это заслуга Алексея и его приманок вот таких вот, что я ушел от нуля. Я считаю, что по весне, учитывая, что водоем ото льда где-то открылся буквально вот недавно, вот, только благодаря его приманкам я как бы ушел от нуля и что-то почувствовал на том конце спиннинга. Возвращаясь немножко назад, еще раз говорю, хочется что-то такого едокого, чтобы половить на более похожие приманки, которые водятся именно на всякие, там, я говорю, крикозябры, которые водятся в воде. Долго, я говорю, искал и нашел. Вот. Вот эта приманочка, их тут, как бы он мне прислал 3 образца по 12 штучек. Вот. Сейчас покажу еще разочек. Вот эти приманочки, как вы можете видеть, да, ну, детализация потрясающая. Вот все это двигается, все это мягенькое, сладенькое. Вот на этих приманочках тут еще шарик на конце вот такой, что тоже способствует дополнительной игре. Вот. Могу сказать одно, что вчера было мной испробовано, я позавчера не ставил такой цели, ловил на мормышку 0,6 грамм постоянно. Вчера поставил мормышку полегче, по-моему 0,4 самая маленькая у меня была. Шли даже поклевки белой рыбы, то есть тычки идут. Не знаю, уклейка, плотва ли это была. Кроме верховодки забагренной, притом забагренной около головы 2 штук, я просто снимать их не стал, но как бы рыба интересуется, даже белая рыба интересуется этими приманками. Еще раз говорю, детализация потрясающая, не знаю, камера передаст, нет, по телу идут вот такие вот волнистые неровности. Она вся вот такая, подвижный хвостик, да. Опять же таки, для любителей совсем микрухи, можно у нее взять, отрезать половину тела. Здесь у вас а-ля такая мини-танта получится, хвостик. Здесь у вас получится типа там водомерки, паука какого-то водяного. Все вот эти лапки, все работают. Они не торчат дыбарем. Я что заметил при забросе, намочив приманочку и вытаскивая ее из воды сначала, все лапки складываются вдоль тела. То есть при забросе они не парусят. Летит достаточно прилично. Все это складывается. Вот. То есть можно при первом забросе, то есть вы пришли на водоем, ее просто намочить, то есть вы ее одели, мормышку кунули в воду пару раз. Все, вода, она утяжеляет приманку, то есть она как бы способствует складыванию лапок. Все это летит достаточно прилично, я думал, парусить будет, потому что, сами понимаете, да, вот такая форма, лапы растопыренные. Вот. Значит, касаемо теперь самого интересного, конечно, это цены. Разговаривая с Алексеем, пришли мы к такому выводу, что просто так, ну, политика моего канала всем известна, да, бюджетная и доступная рыбалка. Вот. Пообщавшись с Алексеем, пришли мы к такому выводу. В общем, смысл в следующем, что подписчикам моего канала пачка этого силикона, 12 штук, обойдется 100 рублей. Как это доказать, что вы являетесь подписчиком моего канала? Для того, чтобы на YouTube оставить какой-то комментарий, да, или подписаться на чей-либо канал, надо открыть свой канал, свою страницу. Значит, вы заходите к себе на страницу, делаете скриншот
показывая то, что вы являетесь моим подписчиком, я у вас есть в подписчике, в канале, на который вы подписаны, и отсылаете Алексею на контакт это скриншотик. Все, все довольно-таки просто. Значит, цена моим подписчикам будет 100 рублей за пачку. Всем остальным, кто не является моими подписчиками, цена будет 150 рублей. Да, ребят, не дешево, согласен. Далеко не дешево, не 40 рублей, не 50. Вот. Но детализация, я говорю, офигенная. Приманки работают. Ну, у меня нет вопросов. Я доволен резиной на все 150%. Вот. Потому что, конечно, еще раз говорю, я так... А, и еще. У Алексея, ну, мы как бы с ним пообщались, я говорю, ты что, а только их льешь? Нет, говорит, у меня их навалом как бы. А, кстати, по цветам, по аттрактантам. Все, оговаривайте лично с ним. Группы у него своей пока нету. Думаю, надеюсь, появится. Будет он ее делать, не будет, не знаю. Он сделал такой прескурант, список, что у него есть. По цене, опять же таки, договаривайтесь с ним. Ссылочку на этот список я также оставлю внизу под видео. Списываться с ним ВКонтакте в личку. Также оставлю ссылку на него внизу. Вот. Так что... А, разговор к недешево. Забыл, мысль потерял, на чем остановился. Сейчас, секундочку. Согласен, недешево. Далеко приманки не дешевые, но... Форма сама, вот такой крикозябры, я думаю, стоить будет далеко не дешево. Плюс вы все прекрасно все понимаете, вокруг все только дорожает, к сожалению, к большому. Что уже даже если я достаточно много пропагандировал приманки Донбайт, которые Андрей с Волгограда, друг мой, делает, говорил, что дешевле я не видел, и то он... поднял чуть-чуть цену или будет поднимать, я не знаю. Но разговор ведется о том, что сам составной, то есть аттрактанты, силикон, из чего это все плавится, блески всевозможные и так далее, и тому подобное, все это только дорожает. Соответственно, потихонечку растет цена силикона. Вернее, конечного продукта, то, что вы заказываете. Что могу еще сказать по поводу приманок? Ну, я говорю, я пищу от восторга. Я считаю, что, ну, как хотите, это можете расценивать. Но я считаю, вот мое убеждение такое, что каждый мормон-спиннингист обязан иметь у себя в арсенале именно вот такую крикозябру или что-то похожее. Потому что, конечно, я говорю... Вещь офигенная. Я думаю, что если только вам не помешает метеоритный дождь или землетрясение в какой-нибудь бесклеве, от нуля вы уйдете с помощью этих приманок 100%. Вот, честно, потому что я говорю, очень они прикольные, очень они смотрятся классно. В воде все это дело складывается на подрыве, немножко все это, да, сжимается, то есть я, как сказал, обтекает тело. На паузе все эти клешни, весь этот хвостик расправляется, все это вот так вот шевелится, ну, я говорю, потрясающе. Еще раз уточню, что были тычки белой рыбы, я не стал уменьшаться, не стал упираться именно в бели, я, опять же таки, любитель ловить окуня, мне нравятся его дерзкие поклевки, нравится его вываживать за сопротивление и... Да и просто потому, что он клюет. Понимаете, ходить, упираться, ловить бель, ну, каждому свое, как бы. Я говорю, я ловлю то, что ловится. Вот. Поэтому еще раз хочу сказать, что, ну, вот, я считаю, что 100 рублей за 12 штук, вот именно таких приманок, оно того стоит. Также я с Алексеем пообщался на тему того, чтобы сделать постоянно цену 100 рублей, ну, как-то на что-то обыграть, сэкономить. Он сказал, что подумает, прикинул он там варианты, мы так с ним пообсуждали эту тему. Сказал он, что возможно попробовать использовать более дешевый силикон. То есть вот эти приманочки, как он мне сказал, силикон, бутылочка стоит 800 рублей. Можно попробовать купить более дешевый силикон, то есть там в пределах 300 рублей, сколько он стоит. Говорит, я, говорит, подумаю на эту тему.
Потому что я ему объяснил ситуацию, что да, я говорю, ребята купят там с большим удовольствием, я думаю, что к нему будут обращаться по поводу вот этих приманок и каких-то либо других, но я говорю, не все могут себе позволить, да, то есть даже если вы являетесь подписчиком моего канала, где-то на периферии, где-то в отдаленных краях, 100 рублей это все-таки деньги для людей, когда зарплата по 8, по 10 тысяч на периферии. Понимаете, я как бы понимаю прекрасно, что лишние 100 рублей, оно с неба не возьмется, их заработать надо. Он сказал, что подумает на эту тему. То есть, грубо говоря, наверное, приблизительно это будет выглядеть так. Кто хочет по фэншую, есть такое понятие, да, чтобы все чики-пуки было, силикон мягкий, чтобы все шевелилось, все дергалось, все красиво плавало, это будет стоить там 150 рублей. Да. Если вы являетесь подписчиком моего канала, это будет стоить вам 100 рублей. Там дальше все будет видно. Вот. Есть и, наверное, будет более дешевый вариант, который будет стоить просто 100 рублей. Может быть, он будет жестковат, может быть, мы так вот с ним обсуждали эту тему, да? Я ему вопросы задавал, брал силикон, смотрел. То есть, видите, да, у него хвостик почти на 2 часа складывается. Ну, может быть, он будет пожестче. Либо наоборот. Я не знаю, как там. Я не плавлю силикон, я не знаю, что играет на мягкость силикона. Дешевый, дорогой, но, может быть, он будет не так стоять, а вот так вот, к примеру. Да, будет достаточно жесткий. Либо наоборот, более мягкий, он будет падать. Ну, Алексей сказал, подумай. И последнее, что я хочу сказать, еще раз напоминаю, подписчикам моего канала данные приманки будут обходиться 100 рублей. Делайте скриншот на те каналы, которые вы подписаны. Если я там есть, этот скриншот вы отсылаете Алексею на страничку ВКонтакте, договаривайтесь с ним по цене, по количеству, по запаху, по аттрактантам. Потому что вот он мне на пробу, я никогда не брал, он мне прислал краба, кальмара и медиа. Вот. Еще, ну я так понял, цветов море, аттрактантов там море. Ну, в общем, да. Я говорю, к большому сожалению, нет у него группы, поэтому... Вот что еще в конце хочу сказать, вот внимание обязательно. Грядет рыболовный сезон, ребят. Первое, к чему я хочу призывать вас, касаемо вообще любых заказов у частных лиц, ребят, не наглейте. Я понимаю, что всем горит, всем хочется, но все они люди живые. У всех есть семьи, у всех есть работы, в том числе я и про Алексея. Он мне прямо сразу сказал, я этим не зарабатываю, это мое хобби. Поэтому... Не надоедайте, не трезвоньте, не бомбите сообщениями, потому что заказов много, сейчас идет весна, сейчас, как всегда, все в последний момент, ах, я хочу. Поэтому я говорю, с толком, с чувством, с расстановкой. И хочу еще вас призвать, вот, отпускайте рыбу, ребят, отпускайте, мало ее. Мало, я был свидетелем не раз, когда вот таких писюнов, я говорю, собирают в пакет, они клюют, как из пулемета. Ну, противно. Мне противно становится, когда я такое вижу. Отпускайте рыбу. Ее, я говорю, и так мало. Ладненько, всем приятного просмотра. Страничка ВКонтакте моя, будет внизу ссылочка. Заходите, задавайте вопросы, чем смогу, помогу. По выбору спиннинг катушек там и так далее, тому подобное. Информации у меня, ну, достаточно много в плане бюджетных вариантов. Я в дорогие варианты не лезу. Вот. Так что спрашивайте, чем я говорю, смогу, помогу. Люди обращаются. Мне приятно быть вам полезным. Вы, скорее всего, получите ответ на свой вопрос. Еще, самое главное, забыл сказать. Господи, боже мой, приманка называется, вот это, паразит. Во. Самое главное, все говорю, самое главное забыл сказать. Приманка называется это паразит. Вот.
оторвал шарик. Так что приманки живучие, все поклевки, я никаких лапок, ничего здесь не потерял. Вот сколько, 2 дня я рыбачил на них, менял их только местами. Единственное, что на одной приманке у меня откусили вот этот вот, сейчас покажу, откусили вот этот вот тонкий хвостик. Ну, я думаю, ей от этого хуже не будет. Ладно, всем приятного просмотра. С вами был Сашок. Обзорчик я свой заканчиваю. Еще раз вам покажу такую красоту. Я говорю, я считаю, что каждый мормо-спиннингист, каждый нано-джигит, потому что от нано-джига до мормышки один шаг, я считаю, да, видите, все прекрасно. Детализация потрясающая просто. Я говорю, здесь вот идут ребрышки такие, все это двигается, все это играет достаточно легко, достаточно красиво.